Так, а вредно. Нормально ты как? Нормально? Ты едешь, что ли? Едешь? Вроде ничего, ты чё? Помнишь, что завершающий матч сезона в хорошем настроении, порадовать своих болельщиков победой и показать хорошие качества. И самое главное, ну и ту организацию дисциплины, которая была в этом матче. Единственная проблема только в том, что
вторая часть мы не по делу вылетает. Давайте, отдали.